Категорически. Продолжаем проходить козла. Уже четвертая часть. Я опять нашел этого мужика приколюшного, который вот так делает. Шик. Турбошик, так. Так, потерял мысль, извиняюсь. Так, давайте культура-мультура попробуем пройти задание, посмотреть, что это за культура-мультура такая. Иди сюда. Я, кстати, прибарахлился, взял уточек и поварскую шляпку. Теперь я повар-уточник, умею вот так делать. А, нет, извиняюсь, вот так вот. Ау, офигеть, офигело что ли? Иди отсюда. Уткопад. Тогда было походу дерево было украсить, и я уток накидал и выполнил. Ну ладно, задание завершили, уже хорошо. Конец света? Знак вопроса. Давайте пойдем на конец света. Оба, оба. Активнее. О, слышите это? Я тоже слышу. Это фигнюлька. Нельзя просто так взять и пройти мимо человека. Оу. Пойдем на горку со мной. Вход здесь. Я привел вам постояльца. Так, конец света, конец света. Вот ты упал. Что с батутом? Вот здесь. Я ее слышу. Фигнюшку. Фигнюшку. Но лут хер. Здесь нет лута. Врет. Better prepared. Да. Perfect English skill. Даже можно не пытаться. Go away. Ну, типа, иди отсюда, походу, да? А что нужно сделать? Ой, я что-то... А, надо что-то закинуть. Нет. Походу вот сюда что-то нужно. Надо забить было. Оба, опа, я в бункере, это уже интересненько. Я слышу звуки фигурки. А, нет, это туалетка. Туалетные ноги. Большая красная кнопка. Офигеть. Класс, 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 класс. Идемте. Это супер машинка. Это сейчас мы безумного Макса будем устраивать. Это офигенно. Да. Help!
А чё? А, во. Во. Чё, каждый раз разные? Ай. Так. Пойду помогу с переездом кому-то. Ауч. Продолговатые еды. Трамплин прошел. Я помогу. Так, а что нужно? Перетащи на коробок. Чё, 40 коробок? Блин. Перетащили коробок 0 из 40. А куда перетащили? Машину, что ли, надо? Или надо... Подожди... Всерьез, 40 коробок собирать по всему району? Это же ужас. А, в гараж надо их затащить. Все. Заразиру. Это мы быстро управимся. Мы спецы-погрузчики. Не трожь коробку. Да ёлки. Чувак держит какой-то странный круг со стрелой. А интересно, любые коробки? Это же тоже коробка. Нет, не любые. Эх, тут мою тачку угоняет. Акинфлай говорит. Нифига наглые такие. Взяли мою тачку, угоняют. Вообще ужас. Блин, скучное задание какое-то. 40 коробок это много. Я 10 только перетаскал. Чу-чу. Еще я это не засчитаю. Ну-ка. До бесконечности можно их собирать. Так, пойдемте другое. Это неинтересно. Вот это вот. Ай-ай-ай, быстрее. Да, обойду. Это здесь? В доме? В общем, доктор, все плохо. Жизнь говно. Почему так быстро встал-то? А что мне делать надо? Задание. Присядьте и побляйте о своих проблемах.
С первого дня они... Я забыл, как блеять. Не помню. Капец, хоть убейте, не помню, как блеять. Это ужас какой-то. Забыл. Потому что никогда не жаловался на свои проблемы. А тут надо пожаловаться и... Ехать вперед, вверх, вниз. Вот, ме. Один. Он слушает. Друзья, это надо обязательно присаживаться, да, ведь? И сколько блеять надо? Что за фигня-то? Сейчас я присяду. Что? Что за фигня? Его дом уменьшился. Так, новые соседи появились. Надо проверить, кто такие. Зачем живут? Там стул летал только что. Вы не заметили? Стул пролетел. А, вот тут, наверное. Да, вот что тут есть. Здравствуйте. Здорово, соседи. Здорово. Здорово. Что за фигня? Такие-то андроиды. Возьми кексик, дорогуша. Мои кексики. Я хочу кексик. Хе-хе-хе. А че мне теперь надо-то убить их или что? Это Шизи. Где они? Ау. Сервера какие-то. Ты что ли? Лицо Нэнси. Отлично. Стрелять лазерами. Какофония. О, это и божественная эпическая музыка. Я козел-разрушитель. Разрушитель всего и вся во вселенной. Так. О, все задания тут выполнили. Так, давайте имперский мавзолей пойдем посмотрим, что в имперском мавзолее есть. Может, сегодня успеем прокачать еще раз наше жилище. Утки всем, за мой счет уточек. Уточки для ванны. Лазер в подарок. Блин, я сам себя уткой убил. Почему так темно? Слышу звук фигнюльки в могиле.
церкви. Богохульник. Что ты говоришь про аниму? Что за звук? И все? Да, ё-моё. В люк, наверное, надо. Имперский мавзолей. Новое событие. Используйте силу, чтобы сыграть марш. Что значит используйте силу, чтобы сыграть марш? Какой марш? Марш чего? Я сдаюсь. Пойдемте в ударь крота поиграем. Это будет полегче. Наверное. Да блин. Смотри. Да блин. Где он? Да. Вышибли мужика. Шляпа искателя приключений. Стильно. Вау. Пройти Кислин замок и получить награду. Походу открыли, да? Так. А где у нас Кислинная башня? Здесь. Вот здесь. Тогда вот так пойдем. По пути еще задание выполним. Это что за куча говна? Ранчо чистые угодья. Pimp and Ride. Взял на прокачку. Посмотри, что-то подвеска барахлит. Ну что там? Это что, сварка? Добавьте крутых деталей. Уточки. Уточки это супер. Поберегись. Тюнингованные уточки едут. Не трожь, что моя машина. Моя ласточка. Надо было телек поставить, блин. Ну вот, без плазмы остался. Не попадаю к экзибиту на работу. Здорово. А машину починил.
Точнее, трактор. Какая машина? Поберегись. Козел на ранчо. Сезон урожая. Помогите починить комбайн. Там круто было с Америка... О! Чё, как починить? А, все, я, кажется, понял, как починить. Вот, да. Нам нужно этот... Опустить. Вот эту, короче, штуку. Я где-то вроде фигнюльку слышу. Ня-н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 я. Бежим. Это не мы. Это не мы. Не мы, не мы, не мы. Так, во, там что-то есть. В самом начале отсюда убежал, ничего не проверил. О, седло. Нажмите возле кого-то. А. Было круто. Пойдемте посмотрим, что нам выдали. Поклоняйтесь мне, твари. И что, долго жать пришлось? Это предпоследнее получается у нас. О, танцпол появился. Отлично, комната с телеком открылась. Что изменить украшение? Где что еще есть? А, вот это круто. Что тут можешь поменять, да? Здесь хочу вот такой вот. Но тут только два. Run, Forest, Run. Make love, not loans. Супер. Это что? VR-гарнитура? не очень. Не нравится мне. Нет, нет, нет. Та-т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 а. Вот так. Не, не, вот. Сейчас, секунду. Вот, вот. Так. И... Вот так.
Сейчас еще прикид подберем какой-нибудь. Не-не-не-не, так, туловище. Блин, фиг знает, что взять. Вот так. Шлепка. С этой шерстью. С вот такими рогами должен быть. Боже, шерсть не поставилась. Вот. О. Ладно. А, вот диджей, кстати. Так, я не понял, что... Вот это заточки. Вот от башни на противоположном конце. Это получается где-то вот здесь. Где-то должен быть вот башня. То есть здесь, что ли? Тун-т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 ун. О, тут что у меня? А, трактор, помогите починить. Спецшоп. О, там у меня диванчик появился с этим. О, столы обеденно появились. Вроде не было обеденных столов. Думаю, последнее задание выполним, и на сегодня хватит. Где вот там вот оптовая рыбалка? Мешает, мешает. Мешаешь. Мешает. Мешаешь. Птовая рыбалка. Надо было поджечь? Ничего. Делай как надо. Быстрее. О, удочка. Гребень русалки. Единорог. Не ори, денег не будет. Сбросайте людей рыбой. Выписал леща. Ну как тут... Во, тяжело попасть. Это что за яблоко? Гнев Господень обращен на тебя. Дай насрать. А что это вообще было-то? За что на меня гнев Господень? Иди сюда.
На, на. Леща за мой счет всем. Хотел одно выполнить, в итоге два выполнил. И на третий еще бегу. Леща за мой счет. Рыбки. 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 Рыба. Рыба. Гар. Горбуш. Горбуша. Горбуша. Жареная рыбка. Жареная рыбка. Рыбка жареная. Что надо делать? Перенесите дом. Я, в принципе, кажется, понимаю, что делать надо. Мне потушить себе. Рыбки. Использует рыба-огонь. Рыба-огонь. Вот настолько вкусно у меня рыба, что аж огонь. А, все, понял. О, тут еще и фигнюлька была. И мужик какой-то сидел. А, он ростил. Интересные штучки. Поедем покатаемся. Все, думаю, здесь закончим. Сейчас где-нибудь найдем интересное место. На заправке сейчас остановимся и там закончим. Мужику просто в магазин надо. Рыбки. 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 Всем спасибо за просмотр. На этом закончим. Увидимся в следующей серии. Пока!